Сегодняшняя заставка – это дань уважения официальному визажисту Лореаль Славе Чайке, потому что после того, как я посмотрела ролик, который он сделал для Лореаль, используя новую коллекцию, мне захотелось просто все. И сегодняшнее видео как раз-таки о новинках Лореаль. Я много чего заказала, по крайней мере, я заказала то, что лично мне было очень интересно протестировать, попробовать и поделиться с вами своими впечатлениями. Я все эти продукты буду наносить на лицо, сразу комментировать, и помимо моих слов вы сможете сами сделать выводы, насколько вам нравится это или нет. Сразу небольшой спойлер, видео будут как абсолютно великолепные, потрясающие, неоспоримо классные продукты, так и полные разочарования, которые меня, честно говоря, в шок повергли, поэтому продолжайте смотреть, сейчас все сами увидите. Пока что все, что у меня из косметики на лице есть, это только легкая тушевка на глазах, и только потому, что у меня из новинок Лореаль, в принципе, ничего нет, что можно было бы на глазах использовать. Слава Чайка в этом промо-ролике использовал румяна в качестве теней, и место на подвижном веке я зарезервировала за одним из продуктов, которые мы будем использовать позже. А сейчас я хочу приступить к макияжу лица, и первое, что я буду использовать, это новый праймер. Там довольно широкая линейка вышла, там есть и сияющий, и матирующий, какие, в принципе, угодно. Вот этот розовый праймер нам обещает заполнить поры и сгладить текстуру лица, для меня это максимально просто актуально. И по объему здесь 20 мл, сделано это средство во Франции. Так, зеркальце. Такого нежно-розового оттенка тоже этот праймер. Запах какой-то не очень такой вот прям химический какой-то. А вот нет, сейчас начало раскрываться. Первое такое вот ощущение было, как будто очень такой химический запах, а вот сейчас немножко он стал больше раскрываться и стал немножко более приятным. Я в первую очередь наношу, естественно, на свои проблемные зоны этот праймер, потому что больше особо он мне нигде не нужен, особенно там где-то вот здесь вот, поэтому я туда даже его и не наношу. Так, что я в первую очередь замечаю? Поры действительно на носу очень круто заполнил. Что касается вот этой текстуры, то просто по ощущениям, конечно, кожа сразу стала намного более гладкой. Наверняка в составе здесь достаточно много силиконов. Я, честно говоря, состав не смотрела. Мы можем это сейчас легко исправить. Да, в принципе, я была права. То есть тут на первом месте вода, следом идет диметикон. То есть все вот это сглаживание идет за счет силиконов. И, в принципе, 99% праймеров, которые сглаживают текстуру, они как раз-таки на основе силикона. В качестве тона я сегодня буду использовать еще одну новинку. Это их легчайший флюид, который называется Bonjour Nudista. И здесь указано, что 92% составляющих – это натуральные компоненты. Сейчас я в поисках идеального какого-то легкого флюида, который не будет создавать плотное покрытие. Мне на данный момент достаточно только, если он выровняет просто общий тон лица. Оттенок, кстати, я смотрю, у меня здесь medium light, хотя я, по-моему, заказывала просто light. Упс. Вполне мне может подойти, главное, чтобы не окислился. Растушевываю я все, как обычно, спонжем. Запах прям у него очень сильный. Меня, кстати, часто спрашивают, почему я редко комментирую запахи. Это все потому, что я запахи плохо слышу. Ой. Ой-ой-ой. Все началось с того, что на вот эту сторону лица нанеслось все очень хорошо. Вот реально очень красиво тон выглядит у меня на лице с вот этой стороны. На носу все начало наноситься пятнами и как будто сползать, и в то же время проваливаться в поры, хотя я их вроде бы как заполнила перед этим вот этим вот средством, а на второй щеке все просто как-то очень плохо скользит, не хочет тон как будто держаться на месте, и он пятнами ложится. И на самом деле это очень-очень некрасиво выглядит. Я, откровенно говоря, даже не знаю, что мне сейчас с этим тоном делать, потому что мне вообще не нравится, как он выглядит. Я сейчас попробую пальцем его растушевать в тех местах, где он скатался. Может быть, это как-то поможет. Так, тут еще и на четвертом месте денатурированный спирт.
И мне все больше и больше начинает не нравиться этот BB-крем. И у меня такое впечатление, что если сейчас я его оставлю на лице, то все последующие продукты мне тоже не понравятся, потому что мне просто не нравится, как выглядит этот крем. L'Oréal, извините меня, я, конечно, очень многие продукты вашей марки люблю, но этот абсолютно мне не нравится, как он сейчас выглядит у меня на лице. Поэтому, наверное, я все же его сейчас смою. После этого нанесу снова вот этот праймер и, наверное, тональную основу от Lumene. И тогда мы с вами продолжим. Фух, мне намного легче после того, как я сменила тональную основу. Теперь хочу закончить макияж глаз. У меня здесь есть вот такая вот палетка хайлайтеров. Это тоже новинка. И я себе взяла первую растяжку оттенков Warm Glow. Также есть еще холодное сияние, это конкретно теплое сияние. Вот как выглядят свотчи с этой палетки. Для меня немножко странно, что в теплую палетку затесался вот такой вот розовый оттенок. Но, тем не менее, я не могу сказать, что он некрасивый. И для глаз, я думаю, я возьму второй оттенок в палетке и сейчас буду заканчивать свой макияж. А на нижнее веко я, может быть, вообще вот этот самый золотой нанесу. Да, тоже очень красиво выглядит. Вообще, на самом деле, эту палетку можно использовать и как палетку теней. И под бровь я буду наносить самый светлый оттенок. Сейчас мне осталось только накрасить ресницы. И я не знаю, обратили ли вы внимание или нет, но я себе сделала ботокс и ламинирование ресниц. Вернее, не я сделала, а моя подруга и визажист по совместительству Наталья Итон, которая в Одессе работает, она меня очень долго уже соблазняла на эту процедуру. И я каждый раз ей говорила, да, нет, моим как бы ресницам ничего не поможет. И вот мы с ней недавно встретились, и она в качестве подарка на день рождения подарила мне эту услугу. И вот буквально позавчера она ее сделала. Я просто в шоке, если честно, потому что если вы помните, как выглядели мои ресницы, они выглядели вообще никак, просто их не существовало как будто, потому что, во-первых, они очень тонкие, они светлые на концах, и они еще из-за того, что очень тонкие, они часто загибаются в разные стороны и выглядят, короче, отвратительно. В общем-то, видео я не снимаю без накладных ресниц, чаще всего я использую просто уголки, но вот то, что я вижу сейчас, это настолько круче того, что у меня было, хотя это мои ресницы, это не наращивание, ничего такого, и весь этот эффект должен продержаться у меня на ресницах где-то приблизительно 1.5-2 месяца. Я вам ее контакты оставлю внизу, если вы в Одессе, если вы интересуетесь ламинированием и ботоксом ресниц, или вы уже его делаете, но вам не нравится ваш мастер, то как вариант можете обратиться к ней. В общем-то, кому интересно, контакты будут в описании. А красить ресницы я хочу тоже новой для себя тушью. Я не уверена, насколько это вообще в принципе новый релиз, но мне кажется, что раньше я эту тушь не видела. Она называется False Lash X Fiber, и она двухсторонняя. То есть здесь этап номер один и этап номер два. Чем они отличаются, я даже без понятия. Этап номер один — это вот такая вот щеточка, а этап номер два — это вот такая вот изогнутая щеточка, и на ней просто полно ворса. Из-за чего, собственно, она и называется X-Fiber. Давайте пробовать. Мне кажется, что должно получиться очень круто, особенно с моими обновленными сейчас ресницами. Вау, я, если честно, в шоке. Я даже не подозревала, что мои ресницы могут выглядеть вот так. Посмотрите на этот глаз и на этот. Здесь, конечно, большая часть заслуги именно от ботокса и ламинирования ресниц, но эта тушь мне тоже очень понравилась. И мне нравится, как она выглядит, мне нравится, что она не склеивает, легко наносится. Главное, чтобы не осыпалась, потому что главная моя претензия к тушам с ворсом обычно в том, что они осыпаются. И как раз-таки Гош мне очень нравится тушь, но она безбожно осыпается, и будет просто супер, если это станет на ее замену. Брови я тоже буду заполнять новинкой. Я заказала их новую помадку из линейки Paradise Ecstatic, и я взяла себе оттенок, который называется 103 Шатен. Вообще я хотела взять самый темный оттенок, их там всего три, но по свотчам я поняла, что мне, возможно, подойдет шатен, потому что хотя здесь он выглядит таким вот серо-коричневым, на свотчах и в бровях он прям очень темным выглядел. И упаковка у него очень похожа на помадки для бровей от Benefit. Снизу сама помадка, а сверху в комплекте идет кисть. Очень тоненькая. И мы, кстати, этой же кистью будем пробовать эту помадку. Кисть как будто даже и неплохая. В принципе, очень маленькая. С помадкой в целом очень хорошо. Она пластичная. К
красиво ложится в брови, кисточка тоже в комплекте очень хорошая, цвет удачный. Вообще, в принципе, никаких у меня претензий к ней нет. Все же, я считаю, для меня можно было бы, наверное, чуточку темнее. Но тот, который самый темный, наверное, все же для меня был бы слишком темным. Закончить я хочу тонирующей тушью от Golden Rose. И на закуску я оставила то, что меня больше всего впечатлило вообще из всех новинок L'Oréal. Я когда увидела промо-фотографии, еще это было весной, мне настолько захотелось, чтобы это появилось у меня в коллекции. И сейчас я говорю о жидком хайлайтере, который называется Glow Mon Amour. И конкретно вот этот оттенок, это первый Sparkling Love, настолько красивый цвет и настолько мелкий помол вот этих вот блесточек, что выглядит это реально как расплавленный металл в бутылочке. И я уже просто сейчас на стуле усидеть не могу, так мне хочется попробовать это на лице. Слава вообще вот так вот просто конкретно налил это все на лицо, причем не только на скулы, но и на лоб, на нос, там, по-моему, на подбородок, в общем-то, много куда наливал это средство, но я, честно говоря, боюсь. Я немножко трусишка в этом отношении. Посмотрите вообще, реально просто как расплавленный металл, но при этом не горячий. Давайте уже пробовать, уже наконец-то. Я пару месяцев ждала, пока у нас это все появится. Пока что это средство меня безумно радует. Вот действительно, это вот масляное такое вот сияние влажное. Что-то похожее делает Golden Rose, который я сейчас тоже постоянно использую. И я поняла, что я еще не закончила. У меня же сегодня открытое платье. Поэтому я могу и дальше покупаться в хайлайтере. Насколько все-таки это видео изначально не задалось с этим BB-кремом, и насколько вообще крутое окончание его. Вы, конечно же, все уже это поняли, но я скажу это в 10 тысяч первый раз, что мне очень понравился этот хайлайтер, один из самых лучших релизов L'Oréal. Ну что ж, вот и все новинки L'Oréal, которые у меня были. Сейчас я быстренько закончу свой макияж и будем уже с вами подводить итоги. Итак, подводим итоги. Что касается праймера, то он все-таки действительно очень хорошо заполняет поры. И вот сейчас нос у меня абсолютно гладенький, такой красивенький. Но что касается вот этой текстуры, то здесь он практически не сработал. Для меня это так, средний продукт, который, может быть, иногда я буду доставать, пользоваться. Бонжур нудиста. Даже не знаю, что еще добавить об этом BB-креме. Мне он вообще совершенно не понравился. Конечно, все это только мое мнение. Если вы пользуетесь этим продуктом и он вам нравится, то, конечно же, продолжайте пользоваться, независимо от того, какой у меня обзор. Но мне, к сожалению, он вообще категорически просто не нравится. Тушь мне очень понравилась, буду дальше однозначно ей пользоваться. И вот сейчас вот я смотрю, прошел где-то приблизительно час, наверное, с момента ее нанесения, и она пока что не осыпалась. Скрестим пальцы, чтобы так было и дальше. Помадка для бровей тоже отличная, абсолютно ничего негативного о ней сказать не могу. Хайлайтер. И тот, и другой продукт мне понравился. Единственное, наверное, палетку все же мне нужно еще потестировать, потому что единственное, где я ее сегодня тестировала, это в зоне глаз, а мне все-таки хочется еще на лице потестировать, но так как у меня вот этот просто феноменальный влажный глоу, я даже не хочу сверху наносить сухие продукты, чтобы его не испортить. Безумно мне просто понравился вот этот вот хайлайтер. Причем это действительно хайлайтер не только для лица, но и для тела. Так как сейчас вот этот глоу на пике популярности, вы можете однозначно покупать такой хайлайтер на лето и просто вот с ног до головы в нем купаться, и плечи, и зона декольте, и какие-то, может быть, вырезы, и где-то даже на ноги это можно нанести, если короткая юбка, например, и вот так вот по центру ноги прям можно нанести, и вечером это просто безумно красиво будет смотреться. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх, потому что любая ваша активность помогает развитию моего канала, и я безумно благодарна тем, кто не ленится и ставит все-таки пальчик вверх. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот, и если у вас есть еще немного времени, вы можете посмотреть другие мои видео, которые сейчас YouTube вам рекомендует, и мы с вами увидимся уже в следующих моих видео.